Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть в Рейвенфилд. Я сегодня нашел интересную карту, Woodlands называется, у нас карта такая сказочная будет, битва будет в лесу, и я буду один биться против 4 солдат, ребята, против 4. Мы сегодня будем затаскивать, я надеюсь, и взял я оружие из Первой мировой войны, может быть, из Второй мировой войны, разным возьмем, взял Фэтмана, пулемет еще вот такой взял, потом у нас двухстволовый, вот такая будет Фэтман, самый, один из самых моих любимых гранатометов. Я не знаю, насколько он здесь подойдет. Может быть, очень-очень мощный будет. Но если будет мощный, мы уже уберем. И гранаты обычные. У нас здесь 5 точек, и биться будут здесь всего, получается, 5 человек, включая меня. То есть, получается, что у нас наша задача, как можно быстрее захватить точки, отбить у противника. И я буду вообще один, ребята. Я надеюсь, вы меня поддержите лайкосиком прямо сейчас, друзья. Ставьте лайк прямо вот сейчас. В этот самый момент можете поставить лайкосик, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии по Рейвенфилду. Ну а мы начинаем, да, здесь у нас Месилова, 4 человека, офигеть, они же меня, наверное, сольют, посмотрите, какая здесь красивая карта, друзья, какая она обалденная, вообще прям красота, просто, вот сейчас, почему я включаю слоумо, потому что, видите, да, без слоумо, здесь очень, конечно, тяжко, потому что они появляются в рандомном порядке, непонятно откуда могут появиться, когда их убиваешь, и моя задача как бы быстро, моментально отреагировать, да, моментально просто, видите, да? Так, вот они, оба, перегрелся у меня пулеметище, так, стой, перегрелся. Точку я у них, в принципе, отбираю точечку. Так, у меня есть двустволочка еще. Все, я отобрал точку, сейчас осталось ее захватить, ребят, потому что точка очень медленно захватывается, потому что я один. Я слышу какие-то звуки. Так, они что, выезжают на чем-то? Они на чем-то выезжают, да? Давайте, может быть, из Фэтмана пальнем, а? Интересно, куда он прилетит к ним. Фэтман это вообще крутая штука. Прям Фэтман это просто офигеть. Так, вот давайте, может быть, вот так вот. Подзадержим их немножечко. Взрывной волной, может, там откинет бойцов. Может быть. Так, ну и, соответственно, практически завоевали, затащили вторую точку. Это хорошо, давай еще немножечко. Посмотрите, здесь костерочек, пенечек. Прям такая атмосферная реальная карта просто. Я думаю, друзья, просто нужно, я не знаю, поддержать автора и поставить лайкосик. Собственно, будет и мне приятно, и автору тоже, потому что я думаю, что это просто произведение искусств. Я стараюсь, друзья, для вас подбирать очень интересные, прикольные карты, необычные, какие мы еще не проходили. Так, ну все, точка, по-моему, все, наша точка. Так, у нас впереди какие-то скалы, нам нужно забраться. Опа, подожди, это кто меня? Кто меня подбил? Подожди, со скалы кто-то стрелял, нет? Или я как-то запнулся? Я, посмотрите, подранен, у меня 26 здоровья. У меня 26 здоровья. Так, есть. Пулемет вообще отменный. Оба! Вот это вот откуда меня грохнули-то, а? Откуда меня грохнули? Ну ладно, у нас уже вторая точка, так что мы сейчас будем уже продолжать наше нападение. Дальше наша задача, я так думаю, что там, я вот видел на скриншотах, что там какой-то замок даже есть, мы будем брать замок. Вон, видите, там город очень красивый, вот просто, ребята, одна из самых красивейших, серьезно, карт. Так, у меня по скалам умеет лазить, вау, шикарно. Так, погоди, где мой Фэтман, я обожаю Фэтмана. Да, там со скалы кто-то, подожди, не со скалы, а даже с дома кто-то спрыгнул, ничего, у них там засада. Слушай, ну меня там почему снесло? Я вообще-то далеко был. Почему так срывная волна ко мне как-то неблагосклонно оказалась? Это как так? Так, мы не можем здесь пройти, деревья мешают, деревья. Вот это да. Во, хорошо прямо. Попали прям шикарно. Так, где остальные? Блин, я застрял в этом лесу. Главное не застрять здесь. Так, там никого? Ну-ка, проходим. Так, тут у них техника какая-то. Ух, здесь сколько народу. Ничего себе, вот это мы их сделали. Вот она точка. Точка здесь. Блин, не умирай, пожалуйста, не умирай. 30 здоровья.
Так, я что-то, по-моему, кто-то еще с другой стороны простреливает, мне такое ощущение. Что кто-то с другой стороны, по-моему, еще стреляет. Я не знаю, по-моему, зря я Фэтмана взял, он, мне кажется, очень мощный. По-моему, даже мощнее, чем нужно. Вот как так? Вот как так? Вот как я мог здесь, ребят, выстоять? Вот я побежал, они прямо впереди меня, вот тут же появились, и все, я трупецкий. Нужно было как-то издалека захватывать точку, каким образом это делать? Вот в одного вообще сложно рубиться, ребята. Вот придумывайте мне челленджи в комментариях, прямо сейчас пишите в комментах челленджи различные, как, что можно еще бы сделать в Рейвенфилде, что бы вы еще хотели бы увидеть. Так, попал. Здесь. Вот из этого пулемета у нас получается прям... Он стреляет... это оружие Первой мировой войны. Я им поставил Второй мировой войны оружие. Второй мировой войны я поставил им. Так, подпрыгиваем. Вот так. Проходим. Не знаю, успею ли я добежать хотя бы вот сюда. Надо бы как-то здесь заныкаться. А, он отдал уже приказ, типа такие, оба. Чуваки. Все, сносим вас. Захватываем точку. Все, 4 человека убили. Так, 1 против 4. Нужно, давай. Вон еще. Появились, слушайте, а может быть мне как-то выстрелить из вот этого вот огромного гранатомета? Блин, если я сдохну, будет печально. Да! Вот это жахнуло. Все, друзья, вроде бы я отбил эту точку. Посмотрите, здесь какой крутой памятник. Вообще шикарный памятник. Очень красиво все сделано. Блин, да где патроны, елки-палки? Почему он не перезаряжается-то? Так, точку я почти захватил точку. Если мы сейчас сдохнем, это будет очень плохо. Давай, перезарядился, ну все. Так, окей. Вот это мы шарахнули. Так, норм, ну давай, точечка, ну давай же скорее уже. В одного она очень долго перезаряжается, очень долго. В этом и хардкор, ребят, состоит, в этом и состоит хардкор. Так, я перезарядился. Еще попал. Еще попал, нормально. Так они с другой стороны могут обойти как-нибудь, нет? Там еще какой-то. Так, здесь уже бы неплохо, знаете что? Двустволочка. Нужно идти в нападение. Нужно реально идти в нападение. Спокойно. Так, полегли тут все ребятки. У них осталось две точки. Вот это вот одна вижу, одну точку вижу. Одну точку вижу. Вон тот еще замок, походу, надо бы брать, да? Перегрелся. Ну же, давай, захватывайся, ну. Скорее, опа! Есть захват немножечко, ну пару секунд, нужно еще продержаться, пару секундочек, да. Так, главное, чтобы они не пошли в центр туда. Да, они здесь выходят, все, вижу. Шикарно, так, подожди. Там кто там у нас гоняет, подожди. Там у нас случайно точку не отбирает, а? У нас случайно там точку не отбирает, у меня такое ощущение, что там еще кто-то есть. Так, главное, чтобы нас здесь...
Не вальнули. Эй, ты-то откуда здесь появился? Вы видели, да? Что это было? А-а-а! Тут еще кто-то. Вот же ты гад, а. Ох, хорошо, слушайте. Двухстволка просто обалденно. Так, ну идем на последнюю точку. У нас замок, ребята. Замок, замок. Я не знаю, друзья, как завоевать все точки, а? Мы сможем это сделать или нет, а? Так, ну вот здесь мы оказались, окей. У меня 65 жизней. У меня 65 жизней. Это последняя их точка. Это реально последняя их точка. Они никуда не побежали случайно? Где они могут оказаться? Где они могут появиться? Так осталось на них немножко жизни, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть и все. Я не знаю, может они сверху откуда-то появятся. Есть победа, ребята, победа! Невероятно. Так, ныкаемся, мне не видно за этой надписи ничего. Ребят, да, мы победили, все шикарно, шикарно, шикарно. 11 жизней у меня осталось, совсем мало. Я хочу просто посмотреть карту, друзья, я хочу просто посмотреть карту. А, есть у нас какие-то ворота. Посмотрите, какая красивая карта, это просто вообще шикарная, да? Я вот такую реально... Вот замок, поглядите, какой красивейший. Просто какой красивейший, разные... Я думаю, что здесь было бы интересно, угарно посмотреть, если бы мы бы поставили побольше бы народу. Так, погоди, что-то он сразу же лег. Сразу же лег, что-то он уже все слился. Подожди, а что остальные точки? А, остальные точки у меня не захвачены, что ли? Подожди. Друзья, в общем, пишите в комментариях внизу под этим видео, хотели бы вы, чтобы мы тут устроили полный трэш, поставили как можно больше народу, но вот такой у меня был сегодня челлендж, такая вот была задумочка, автор предложил, я как-то попробовал, и было очень сложно, но получилось, друзья, получилось, все, слава богу, выжили, это, конечно же, было с трудом, с большим трудом. Затащили, но в итоге все как-то вот произошло. Друзья, огромная карта. Мне понравилось, что здесь, посмотрите, какие горы, снега. Вау, какая красота, серьезно. Посмотрите, там заснеженные горы. Вообще просто мега супер. Друзья, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, если любите Рейвенфилд, и предлагайте ваши интересные идеи прямо сейчас в комментариях под этим видео. Ну, а я буду для вас что-нибудь придумывать интересное, новое. Здесь еще, посмотрите, какой-то еще замок какой-то мы нашли. Может быть, какие-то здесь есть секреты. Пишите в комментах тоже, может быть, что-то вы таскали на этой карте. Что-то очень... интересная, прикольная. Я с удовольствием, ребят, почитаю. Она еще вон такая вот здоровая, между прочим. Вот такая вот огроменная эта карта. Всем счастливо, дорогие друзья. Жду вас на моих стримах. Мы общаемся в прямом эфире на моем Twitch-канале. На YouTube проходят стримы. Всем удачи, успеха и пока-пока.